Всем привет! Утро, 21-е, понедельник. Начинаем получать с разных городов коллекционный материал. Наш инвест-проект, YouTube-канал Игорь Павлович. Начинаем вкладываться более основательно в никель Казахстана. Будем поддерживать наши монеты, особенно перспективные. Пишите ваши предложения, что считаете, какие монеты недооценены сейчас на рынке, какие монеты стоит поддержать, какие перспективы этих монет. Вот, в частности, то, что мы видим, будет работать в перспективе и имеет все шансы через несколько лет стать дефицитными монетами. То есть сейчас везде есть возможность купить недорого весьма на казахстанском рынке. Кто-то нуждается в деньгах, кто-то держал все это время. Я думаю, в убытке по-любому не осталось. Помню, в те далекие времена уговаривали людей по 600 тенге купить волка. Сейчас сами выкупаем с рынка в разы, в несколько раз дороже. Пишите ваше мнение, какие монеты недооцененные сейчас на рынке Казахстана, стоит ли в них вкладываться. Ваш совет также важен для нас. Всем спасибо, пока.